Прекрасные виды на семейный центр «Казань», дворец бракосочетания, а также на семейный ветер, практически проливной ливень, но тем не менее были определены звания чемпиона России, призеров, соответственно, главного старта России против всем. Мне хочется верить, что в том числе и сегодня мы определим звания. Поздравляем всех, кто завершил плавательную дистанцию. Ну что ж, а погода, по-моему... Без номера как будто был. В какой компании можно преодолеть и большее расстояние, когда согревает рядом близкий человек, оберегает от препятствий? Очень приятно, что генеральный партнер Ростовского «Арасат» занимает